Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы сделаем янтарно-медовую трость из полупрозрачной полимерной глины. Начнем. Для этой трости нам понадобится зеленый, золотой, желтый, коричневый оттенки. Хорошо разминаем полупрозрачную глину, делим ее на несколько частей, которые раскатываем и наносим чернила. Первый цвет у меня желтый. Чтобы добиться более ярких оттенков, добавляем чернил побольше. Если же хотим в итоге получить более светлые тона, то капаем чуть меньше. Хорошо распределяем чернила по поверхности и мнем наш кусочек, чтобы все перемешалось. Следующий зеленый. Процедура та же. Важно, если полупрозрачная глина у вас очень мягкая, при добавлении чернил она станет еще мягче, поэтому тут главное не переборщить. Итак, мои цвета – желтый, зеленый, экспрессо, золотой. В золотой я добавила еще немного золотой пудры для яркости. Теперь каждый кусочек оборачиваем в поталь золотого цвета. Каждую колбаску нужно нарезать. Важно, чем меньше кусочки изначально, тем мельче рисунок получится на выходе. Я сильно не мельчу для последующего ужатия. Нарезанные кусочки посыпаем золотой пудрой и все перемешиваем.
После нанесения пудры каждый кусочек получается словно в оболочке, и трость не собрать. Поэтому прибегнем к хитрости и добавим немного фимогеля, чтобы все слиплось между собой. Далее ужимаем. Я разрезала трость на три части, каждую смазала гелем, продолжила ужатие. Остальное по желанию. Можно ее сплющивать, вытягивать, складывать. Результат всегда будет достойным. Готово! Вся красота данной трости покажет себя в изделии, которое мы еще обязательно сделаем. Ну вот и все. Вы смотрели мастер-класс янтарно-медовая трость от Тристании. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!